Астория французская и фруктовая. Три итальянских блюда диаметром 21 сантиметр всего за 22 рубля. Такой сет предлагает пицца Браво. Мягкое воздушное тесто, неповторимый аромат и идеальная начинка. Томаты, моцарелла, маслины, ветчина, салями, изысканные соусы и ароматные травы. Природный вкус и ничего лишнего. Секрет нашей пиццы, наверное, в печи. Там очень большая температура. И тесто так замешивают, что в обычной печи дома такое не приготовишь. А оно быстро схватывается, тонкое, бортики создаются, хрустящее, все идеально. Кафе работает по принципу максимальной открытости. Гости могут видеть, как готовится заказ. Кулинарному мастерству обучал итальянский повар. Сортов пиццы столько, что сложно выбрать любимую. Одним придется по вкусу традиционная мясная, другим с морепродуктами. Есть и экзотическая, фруктовая. Тесто изготовлено на сметанной основе. Начинка – банан, киви и голубика, плюс ягодный топпинг. Совершенный десерт придется по вкусу и детям, и взрослым. Особенно в сочетании с кофе или коктейлем. Средиземноморский флёр – часть фирменного стиля. Красный кирпич и деревянные столики создают атмосферу настоящей Италии. Здесь можно забыть про бешеный ритм современной жизни, никуда не спешить и насладиться вкусом блюд, а удовлетворить свой аппетит действительно есть чем. Помимо пицц у нас есть еще большой ассортимент блюд, которые гости могут наши попробовать. Есть и салатики, есть супы, есть суши, есть гарнирчики, есть десерты очень вкусные. Также у нас есть акция с понедельника по пятницу с 12 до 3 часов. Гости могут пообедать с 20% скидкой. Дни рождения, свадьбы и шумные вечеринки – не проблема. Стильный, просторный и торжественный банкетный зал рассчитан на 30 человек. Работает кафе ежедневно с 9 до полуночи. Гастрофест, напомним, стартует уже в эту субботу. Организатор – редакция газеты «Бобруйское житё». Пицца Браво приглашает гостей. И бон аппетиту! Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск 360.